Друзья, всем привет! У меня сегодня выходной, и я решила отправиться на один пляжик, на котором я еще ни разу не была. Но я посмотрела на карте, вроде симпатичное место. Так что проверим вместе с вами. Жду автобуса, я сейчас на остановке стою. Вот. Немножко подальше от всех, соблюдаю социальную дистанцию. А, идет мой автобус! Приехали на место назначения. Прямо сейчас мы выйдем к порту, а рядом с портом пляж. Если что, вот мои глаза, чтобы все видели, что это я. Такая дорога чуть-чуть дикая. Деревушка. Но мы уже подходим к морю, к моречку, вон видно. Вдалеке, но я людей не вижу, я так понимаю, что там, наверное, нельзя купаться. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Ну что, друзья, вот тот самый пляж, пляж Сагё, на котором запрещено купаться, по всей видимости, и... Здесь никого нет, но сюда приезжают фотографироваться, здесь очень красиво, вот девочки приехали, устраивают там фотосессию. Я действительно подумала, что это настоящие люди. Издалека я их увидела и все время думаю, почему они так долго там сидят, что они там делают. Но здесь есть история. Вон там фотография, и о них написано что-то. Сейчас узнаем. А история очень интересная и неожиданная для меня. Оказывается, вот эта женская фигура, явно отличающаяся от остальных, никто иной, как Раиса Горбачева, супруга Михаила Горбачева. В апреле 1991 года, еще до развала Советского Союза, Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, встретился с президентом Южной Кореи, Ро Дэ У, на острове Чеджу. Как писал сам Михаил Сергеевич, атмосфера встречи была такой, будто отношения между нашими странами исчисляются десятилетиями. Хотя, как нам известно из истории, Советский Союз не признавал Южную Корею до 1990 года. Визит Горбачева действительно был очень значимым событием для Южной Кореи и особенно для острова Чеджу. Мы первые советские люди на этом острове, и поэтому тоже открытие для его жителей, пишет Горбачев в своей книге. Супруга президента Раиса Максимовна, которая сопровождала его, отправилась в небольшую экскурсию по острову. Корейские туристы и жители острова очень внимательно рассматривали ее и о многом расспрашивали. Также она посетила и это место, Сагё,
где местные женщины-ныряльщицы, добытчицы даров моря, которых в Корее называют хэньо, угостили ее этими морскими вкусностями. И именно этот момент и запечатлен в этой памятной скульптурной композиции. Вот такая интересная история. По всему, мой автобус ушел немножко раньше, чем я сюда подошла. А следующий будет через полчаса. Ну, подождем, что делать. Поселочек называется Мосульпо, по-моему, но я еще уточню. Часики такие по центру. Когда я говорю «мы куда-то идем», я имею в виду «мы с вами». Я и вы, зрители. Что мы вместе путешествуем. Друзья, ну что, я добралась до этого места, где на карте обозначен пляж, но он обозначен только на карте. Там даже песка нет, просто черные камни и все, и никаких даже купающихся людей, даже намеков на это нет. Поэтому не знаю, почему там этот зонтик на карте был обозначен и написано, что это Хамо или Хамо Бич. Какой же это бич? Ну, в общем, я добралась. Вот он, Хамо Бич. А тут даже купаются люди. Бережок, конечно, наверное, грязноватенький. Вот люди, тем не менее, идут купаться с большим матрасом. В виде ананаса. Ну что, миленько так, тихо, спокойно. Скульптуры в виде лошадок. Маячок симпатичный. Поехали на нормальный пляж.
Вот это и есть нормальный, полноценный, красивый, настоящий пляж. Это один из самых известных пляжей на Чеджу, Хёкче. Пирамидки из камней часто можно встретить на острове возле природных достопримечательностей или рядом с местами силы, такими как буддийские храмы. Значения у них разные, но чаще всего пирамидку строят, чтобы загадать желание, по одному на каждый камень. И чем она выше и крепче, тем больше вероятность, что все сбудется. У меня на тот момент было только одно желание – поскорее искупаться в море, и оно сбылось.